Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и мы продолжаем проходить игру Spider-Man 3, ой, Spider-Man Web of Shadows, Паутина Теней, Человек-паук, Паутина Теней, и в общем, продолжаем выполнять квесты, которые мы берем у нашего лунного рыцаря, вот кажется, в таком белом плаще. Не знаю, кого мне больше напоминает, конечно, не могу пока вспомнить. Значит, вот эти у него летающие такой, когда мунолет похож на этого, на мунолет, на летающий средства у этих у гоблинов, хоп гоблина и зеленого гоблина из мультсериала 94 года выпуска. Хотя сам такой больше пинает этого Мистерио. Ну не знаю. Хотя, посмотрите, он хороший такой персонаж, положительный. В общем-то, герой, не злодей. Я не знаю, конечно, откуда он появился. В комиксах, по-моему, его такого не встречал. Хотя, может быть, я просто не все комиксы там прочитал. Или в трудном виде-то, который там находил в одной группе ВКонтакте. Про Спайдермена. Посмотрим. Где-то, наверное, посмотреть про него, конечно, интересно бы узнать этого героя. Откуда он вообще появился-то? Откуда взяли-то в этой игре? Ладно, хотя бы, в общем-то, Люк Кейдж, он был, конечно, в мультсериале новом. А вот, в общем-то, тот же, даже, в общем-то, там черная кошка. О, Марика, Stark Industries. International Stark. Ха. Кого здесь мы встречаем-то? Так, посмотри, блин, так. Это можно? Марика, Stark International Technology You Can Trust. Технология вы можете выбрать. Что ли? Stark International. Ух ты, Марика. Даже железного человека, в общем-то, реклама его. Компания есть. И Тони Старка. Так, вот летающие гады. Так, ладно, отправляемся до Daily Bugle. Посмотрим, как она здесь выглядит, эта компания, в общем-то. Как там называется? Выпускающие газеты, журналы. Так ее называю. Наш, в общем-то, дорогой Джона Джеймсон. Прошлый, в общем-то, Spider-Man 3 за гейм игре, который проходил, полностью прошел. У нас там на эту Daily Bugle напали неизвестные какие-то бандиты, террористы, называющиеся Карлайл или как там, безумными подрывниками. Марика, в том же здании, похоже, так здание, как и в той игре. Блин, что-то я зря это спрыгнул. А вот как раз там Daily Bugle написано, да. Конечно, здесь по-другому выглядит это здание. Но похоже почти что точно-точно как и там. Как в той игре Spider-Man 3 The Game. По третьему фильму, в общем-то, с Сэмом Рэйми сделана игра. Студии, в общем-то, Beanox. А это, в общем, делают другая студия игра. Игру другая студия сделала. Ну что, начинаем? Начинаем. Проходить. I've got a feeling that the Bugle is not the target. Так, что там такое произошло? Указ суда. Миссия называется. Смотрим, что у нас там произошло. Куда-то полицейские едут. Явно какое-то преступление совершено. Только как-то связано, интересно. Да, блин, 59 минут, да, блин. Я думаю, как-то связано с Daily Bugle, интересно, непонятно. В этой игре-то у нас Питер Паркер все-таки как бы не работает на эту Daily Bugle, видимо. Или фиг, или работает этим фотографом-то. Так-то здесь миссия вообще за него-то нету. За обычного Питера Паркера. Spider-Man 3 game, за гейм они там были. Некоторые миссии. А, снова суд какой-то. Снова здание суда. А, ну и знакомый снайпера, в общем-то. Знакомый... Так. И чё? Давайте, давайте. Где вы там, друзья? А, не понял, где они вообще? Не повсюду, как будто. Но при этом. Так, он, блин, искать отца надо, что ли? Да, молодец, метнул пузыл хорошенько. Да, что-то я, видимо, да, разучился прием использовать. Так, все, отмутусил тебя. Готов. Хотя, может, так прием. Этим же прием можно воспользоваться. Блин, не получилось. Готов. Ну да, этим приемом также, блин, дает воспользоваться. Но они, чуть мне не очень хорошо получается им пользоваться. Так, блин, где еще этот гад? А, вот вижу. Жетончик. Получай.
Так, еще живой, наверное, да? Все? Отлежался, дружок. Так, где там еще этот говнюк? Еще один где он находится-то? Что-то я не вижу-то. Где там стреляет меня? А, что-то там горит. Так, что здесь надо делать? Так, еще трех противников надо доить. Ну где они ее просто? Я что-то их не вижу. Я вообще не туда прошел. Слишком далеко от сражения. А, во, блин. Че, я просто... Я вообще не на то смотрю. Не на тот значок. Так, давай-ка, давай. Получай, говнюк. Все, откинули его. Так, и последний. По-моему. Мне кажется, все-таки, видимо, с ними сразу разобрались полицейские. Сами, так, о. А, отлично, готов, кажется, да? Нет, живой? Ну все. Ох ты, блин. Это что еще за... А вот это мы первый встречаем. Врага. А, нет, это робот знакомый. Ну, снова пытаются что-то взорвать. Угу. А там на что? А там на что? Долина летчиков, нести бомбы к саперам. А, понятно, в общем, да, все понятно. Как обычно. В Spider-Man 3 было все так же. Да что ж ты делаешь, там? Так, ладно, разберемся с тобой по старинке. Да. Ну давай. Да, черт побери. Да, блин, скотина, козлина. Ё, просто. Давай, давай. С этим гадом разобраться надо. А зачем нас завалит? Опс, так. Отдали на летчику, блин. Миссия провальная. Чё теперь, блин? Надо быстрее все делать-то. Так, все? Блин, разобрались? А, хотя нет еще. Я воздух прям похотел его. Так, отлично. Разберемся с теми гадами оставшимся. Давай, ухотай его. Давай. Давай, где там еще тут летающий гад-то? Так, где... Где у нас эти бомбы находятся? Блин, черт. Ах, давай быстрее надо. Время уходит. Да, что-то я... Встань сюда, блин. Да, быстрее обезвреживать бомбы. Где они вообще? Черт, время уходит. Пиздец, а. Пиздец, пиздец. Ну хотя бы... Встань сюда, наверное, нормально. Так-то должно быть. Блин, еще одна бомба. Так, надо быстро все обезвреживать. Так, уходим быстро отсюда. Хотя бы здесь это... Так-то... Бомбы... Не надо медленно... Не надо медленно идти, в общем-то, чтобы бомба не взорвалась. А то Spider-Man 3 там была, наверное, чем-то... Так, ладно. В общем, поэтому... Сами, наверное, видите прохождение моё. Как я там все делал. Одна миссия похожа. Так, ну а здесь как бы все не так сложно, но... Надо быстро торопиться. Пока бомбы не завались. Так, отлично. О, блин. Само собой бомба залетает туда. Так, куда дальше? Так, давай помечай. Привет. Так, ну с вами я разбираться не буду. Блин, пиздец. Ну, ты что делаешь вообще? Хватит по мне стрелять, блин. А, отлично. Да, блин, они сами залетают. Ага. Так, мы сами разбираться мы не будем. Так, где следующий бомб? Показывай. Какую следующую бомбу подать? Я чуть не вижу все, что ли? Время не показывает почему-то. Ничего, надо с этими гадами разобраться, да? Не понимаю. Что-то, по-моему, время не показывает мне на карте. Так, ладно, разберемся с этими гадами.
Так, ставим сюда, пока все нормально. Ну где бомба-то? Где-то еще бомба должна быть. С той стороны, может. Мы лезть на летчике, надо разобраться вначале. Наверное, мне так кажется. Та бомба появится. Либо уже все сделано. Все что ли? Развалился, гад. Так, отлично. Так, еще идет. На муналете летает, говнюк. Но с ним, конечно, такого в воздухе разбираться. Так-то не очень удобно хватать. Точнее, бить. Так, с этим гадом у нас. А, ну все. Хотя, не может, не все. Готов, что ли, наконец-то? Так, готов. Где-то еще один летает. Явно. Так, он где-то здесь. Явно ретун снова, мне так кажется. А, нет, это робот. Оп, вот зря ты это сделал. Получай. Все, что ли? Что-то живой. Получай, говнюк. Все? Да. Где же последний-то у нас? Надеюсь, не глюканет сейчас. Так, может, не это? Это не наше? Так, это наше? Что такое за машина? Нет, погоди. Это явно нет. А, вон где что-то есть. Блин, где летает-то? По зданию, что ли, где-то? Так, давай. А, вот он. Последний-то. Что-то вас многовато. Нет? Слишком. Получай. Последний? Нет? Блин, бомбочки свои задолбал уже кидать. А-ля гоблина, чё ты воздери. Блин, давай. Взрывайся ты. Во, молодец. И это еще один. А, вот и бомба появилась, блин. Бомба-то. Так, давай, давай быстрее ходим. Бомбу надо в первую очередь обезвреживать. Рогами потом разберемся. А, отлично. Так, все. Фу, слава богу. Такая бодренькая миссия была, конечно, очень. Ох, блин. А мне это все знакомо, кажется. А-а-а. Черт, ну не зря все-таки ассоциирую эту игру со Спайдерман 3. Те же роботы там были, в общем, самолеты там же были, такие же. Понятно, откуда ручим. Понятно, откуда руки растут. Все-таки они в одно и то же время разрабатывались, мне кажется. Так вышли, конечно, кажется, разное время, то есть. Spider-Man 3 за 2007 году, а вот Spider-Man 4, это, в общем, выпущено с 2008, наоборот. Они в разных годах разрабатывали, в общем, вышли. Получай, гаденыш. Так, не получилось, она. Против меня, конечно, вряд ли прям подействует, думаю. Против обычных врагов, да. Черт дери, черт дери. Блин, пиздец. Меня сейчас расстрелят нафиг, ее просто. Засранец, а. Пиздец, с этим роботом, конечно. Блин, а да ты что делаешь? Что мне там, кто по мне стреляет-то? Вот по мне стреляет-то. Да, блин, по мне стреляет, скотина. Да, блин. Попросту разберись. Пора, думаю, костюма черного приниматься за дело. Так, повтор, давай-ка. Разберемся с этими роботами чертами. Так, а здесь ролик, смотрите, не за, за основу не... Нет, пропущу-ка я ролик. Блин, пропустить ролик с этими. Во. Так, ладно, давайте с мехами разберемся. В общем-то. Черт, похоже, роботы, которые были в Spider-Man 3 за гейм. Точно-точно. Вот Spider-Man 3, конечно, вышла в 2007 году, оказывается, все-таки, да. А Spider-Man of Shadows в 2008. Я думаю, что разрабатывались в одно и то же время, и все очень сильно похоже.
Так, он с тобой разберусь, скотина. Да, ты что за зараза такая? Блин, пиздец, эти роботы я ненавижу. Так, а, вот. Блин, пиздец, точно. Да чтоб дерьме этот котина стреляет и меня кидать машин не дает, вот что. Ого. Полина, машин-то нету. Так, надо быстрее. Вон ту машину забрать и кидать с него. Ой, извини, полицейский. Полина. Да кто-то меня стреляет-то, ёпарсты. Я сейчас вообще не понимаю. Да, скотина-то такая. Ты меня это видишь, да, все хорошее. Чертовы роботы. Да откуда вы берете-то? Блин, да вы издеваетесь, что ли? Так, тут... Да офигеть, просто меня со всех сторон замутузили. Блин, вы издеваетесь, что ли? Кто там вообще, не знаю, откуда они берутся снова и снова. Блин, и снова и снова. Идите машины брать, вот, а. Да офигеть, просто меня стреляют. Стреляют и стреляют. Блин, где машины не брать? Чтобы в них кидать. Там нет уже машин ни одной. Как-то это таскать их нельзя, да? Так, где-то здесь что-то есть. О! Жетон, блин, давай. Там даже где-то застрял. Так, блин, надо меня. Так, кидать мне. Блин, да, сразу кидает он. Да не то. Да, черных очка. Блин, слишком далеко сражение. С этими ротами разбираться интересно мне. Пожар наш выкинуть его. Нет, нельзя. Пожарными нельзя кидать. Так, вот машины. Сейчас мне этот суд развалит нафиг. Так, давай-ка. Да чтоб здесь, блин. Офигеть, что они там творят, а? Да. Да, офигеть вообще. Блин, давай, хватай, хватай. А вот робота, вижу, показатель жизни. Отлично, сейчас мы разберемся с этим гадом. Давай, давай, хватай, быстрее. Готов. Говнюк. Фу, остался второй. Блин, да, конечно, вот. С этими роботами повеселиться придется. Но, конечно, черный костюм бы в этом, думаю, поможет. Он больше урона наносит. Получай, скотина такая. Получай. Блин, что-то. Да, блин, что-то где-то. Нет. Блин, не то, не так. Все. Фу, было весело, конечно, да. Еще как. Черт, они сюда уже полностью разрушены. Что-то спасать не знает. Да, в таком состоянии. Черт. Просто сбегает, а? Трусы. Улетели.
Так, ну все, кажется, миссия выполнена, да. Расследуй беспорядки. Так, расследовали, дали противников 8 штук, одарили налетчиков и относили бомбы 8 саперам и победили 2 роботов-мехов. Так, что-то за улучшение, может, про какие-то новенькие появились. Так, отмена новый крафтверис, да? Так, есть. Прокачаем туда. Так, здесь что-то много всего новенького. Вот, красный костюм у нас. Так, костины. Так, потом все разберемся с ним приемами. Просто. Опыт подобран. Так, бросок паутины. А, ну это да, прокачаем тут приемы. Так, ладно, потом разберемся. Так, все. Больше у нас нет этих. Что-то, видимо, не то прокачал, наверное. Так, авто улучшение выключено. Все, больше не прокачаем, наверное. Ну ладно. Буду прокачивать цветок вот как раз. Хотя, может быть, черного костюма прокачать. Так, что у меня там с темно-черным костюмом-то? Нет, не там. Вот черный костюм-то. Да, черным костюм-то не пользуюсь. Так-то сильно. Ну вот уже нельзя. Видите, чего мне не хватает. Чтобы прокачать. Мне кажется. Ну да, все. Что могли прокачали. Ладно, потом думаю, черный костюм тоже прокачаю. Так, на всякий случай. Все-таки, думаю, точно пригодится. Посмотрим, какую концовку может получим. Хотя, мне кажется, все-таки хороший должен получить. Тогда я в основном буду действовать именно... В первую очередь, все-таки, для того, чтобы получить хорошую концовку. Посадить жителей, в общем-то, для этого как раз это очень сильно нужно. Тоже принимать решение там, в общем-то, там... Некоторые убирать между... Именно синий костюм. В первую очередь, всегда. Так, ну все, кажется, миссию мы выполнили. Теперь можем отправляться обратно. Так, ну, конечно, можно на этом пока закончить эту серию. Да, в общем, этом закончим эту серию. Если мы увидим следующую 9-ю серию моего прохождения игры Spider-Man Top of Shadows. А это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорых встреч и всем пока.